Ее надо срочно завалить. Ну там, ловушка или заморозка. Или, может, мой визор найдет что-нибудь. Достану копию и перезапущу гей. Восстановлю систему, уберу порчу. Воплощу мечту Элизабет. Только бы найти копию. Так, сперва поищем серверную. Здесь.
она здесь. Нее версия 6.9. Включение. Здравствуй. Гея. Элизабет? Трэвис Тейт. Что это у нас тут? Дальний Зенит решил украсть копию Геи и ее вспомогательных функций. Как нехорошо. Мне разобраться с этим, Лис? Светодатцы! Змеиные отродья! Я нашлю на вас беды и покараю могучей дланью! Вы украли короля всех вирусов. Всем вашим данным пришел конец. В следующий раз не пытайтесь перехитрить Тейта. Мой вам совет. Элой. Богиня? Нет никакой богини. Я говорила тебе. Это не Гея. Не то, что я искала. Это просто обман. Я понял. Вау. Прости. Ты умеешь обидеть. Ты в курсе? Но мне понравилось, как ты слетела с вышки и придавила те машины. Беда в том, что все может стать еще хуже. Зацепок нет, Варл. Но мне надо продолжать искать. И скорей. И для успеха я пожертвую всем. Незачем подвергать опасности других. Я все сделаю сама. Это мой поход в Варл. Только мой. Подожди. Ты сказала, что в Меридиане тебе помогал какой-то Сайленс. Ты сказала, что советовалась с ним о разных вещах из мира предтеч, которые никто не может понять. И он дал тебе копье, которым ты одолела Аида. Он ушел, Варл. Мы не общались после битвы против Аида. Да, но ведь шпион Марат из Меридиана хорошо умеет искать людей. Варл, я... Решайся, все получится. К тому же пора тебе повидаться с друзьями. Ладно. Ну, пожалуй, ты прав. У нас впереди долгий путь. У меня есть идея получше.